До Нового года осталось 2 недели, потому самое время начать делать покупки к праздничному столу. И сегодня мы расскажем, какие продукты можно купить заранее, чтобы в преддверии Нового года не стоять в долгой очереди. Начать свой список можно с продуктов, срок годности которых превышает месяц. Это майонез, консервированный горошек и кукуруза, а также маринады. За их сохранность можно не волноваться. Следующими в списке будут мясные продукты. Свежее мясо, конечно же, лучше покупать в канун праздника. Тогда оно не потеряет своих вкусовых качеств. А вот копчености можно приобрести за пару недель до застолья. Причем, чем суше продукция, тем дольше ее можно хранить. Начинаем с того, что цены как были, так и будут. Продукция будет вся, доставка, все будет в хорошем ассортименте. Если только из-за 4 дней, чтобы не терять свое время. Они идут в вакуумной упаковочке 10-12 суток без проблем. Она то же самое ложится в холодильник, полочку на верхнюю открывается и нету ничего. А и корочку то же самое можно покупать за несколько недель и положить ее в холодильник. И потом открываем на Новый год, на столик и кушаем. С покупкой сыров тоже спешить не стоит, потому как даже если защитить их от обветривания, сыр имеет свойство терять свой аромат и вбирать в себя посторонние запахи. Вместо этого лучше посетите рыбный отдел. Соленая и мороженая рыба хранится дольше всего, свыше 4 месяцев, копченая чуть меньше, от 40 дней, а при низкой температуре до 75. Свежую продукцию, свежую рыбу нежелательно. Свежая рыба любит, когда она свежая, живая, вкусная. А эту рыбку можно покупать и все ставить в морозилочку. Все будет вкусное, и не надо людям будет стоять перед Новым годом, здесь очереди будет. Далее загляните в овощной отдел. Картофель, морковь и свеклу можно покупать, не задумываясь. А вот с покупкой сладкого перца, пекинской и цветной капусты лучше повременить. Увы, эти овощи довольно быстро увядают. И, конечно, какой новогодний стол без фруктов? Апельсины, мандарины и бананы, если хранить в отдельном контейнере холодильника, можно купить за неделю до праздника. Но, скорее всего, даже холодильник не поможет сохранить их до новогоднего застолья. И накануне вам все-таки придется бежать на рынок.